навіщо людям дають грамоти та медалі? Це то, що вони краще, ніж інші. За то, что они хорошо что-то сделали. Например, спортсменам дают за то, что они показали самые лучшие результаты. Потому что они что-то хорошее делают, и за это дают медали. Если я буду хорошо учиться, то мне дадут грамоту в школе. Например, за выигрыши каких-то конкурсов. Если сделал городу что-то доброе или полезное. Или вообще стране. Грамоту это как бы, ну, когда ты все хорошо сделал, тебе дают грамоту, когда ты за все молодец, ты слушал учителя, ты хороший, и тебя за это вручают первое место, можно второе, можно третье, это не зависит, какое у тебя место, поэтому тебе его просто берут и вручают. Если у людей есть достижения, то нас за это награждают. Люди придумали там игры, и для них призы, ну, чтобы когда кто-то победил, им дать приз, например, ну, чтобы отметить победу этого человека. Потому что они хорошо закончили школу, и они своей хорошей работой заслужили на грамоту или медаль. Приватний комплекс безперервної освіти «Школа Ейдас» – це ексклюзивний інноваційний підхід до освіти. В Ейдасі кожен учень розвиває свої таланти і внутрішні ресурси – пам'ять, творче мислення, високий рівень знань з предметів, психічне та фізичне здоров'я. Професійна педагогічна команда втілює мрію батьків про успішне сьогодення та майбутнє їх дітей. Саме в Центрі інтелектуальної творчості та дитячому садку «Ейдас» протягом багатьох років доводять, що неталановитих дітей не буває.